Привет, связи Алекс. Продолжаем проходить God of War 2 на PlayStation 3. Итак, теперь можем в храм зайти. Да. Интересно, обратно. Не, по-моему, туда все равно мы вернемся, поэтому. Мы здесь, по-моему, что-то возьмем. И пойдем туда обратно, где дверь у нас торкается над пропастью. Так, нехило нас так-то тут покромсали в прошлый раз. Чёшь, солядин? Лучше лучше крей. Надо было добивать его, да и все. Еще один здоровяк пришел. Кончились, гады. Так, надо, да, наверное, магию. А то что-то прям совсем. Так, ну тут, по-моему, ничего-то нету. Уже, я думал, яма. А, он этот забрал, да? Чак.
Подожди, а что раз? Нет. Зачем ты залез? Да он меч бы взял, да и все. О. Скрытый сундук. С пером. Только нам никак это не... Да, она оттуда, значит, не до конца где-нибудь. Ну, только что. Вот так хотя бы. Нет? Повыше? Попадаются же противные, а, враги. Да. Отлично вообще. Так, там у нас какой-то подъем. Здесь у нас чекпоинт. Так, сохранюсь-ка я и джойстик другой возьму. Что-то у меня, походу, резинка. Резинка лопнула. Что ли? На треугольнике. На квадратике, точнее. Так, секунду. Такс. Ну, вроде все работает на этом геймпаде. Ой, болеем. Дайте угадаю, нам туда, да? Да, у него все работает, но у него есть один минус. Он работает только от провода. А провод, я так понимаю, отходит. Да. Секунду. Есть третий геймпад. Ой, так, да. Ой-ой-ой. Да, беги, блин. Они вроде медленно ходят, чё? Ой, блин, вот дурачок. Да. Да. Вроде там ничего сложного, так-то. Для нормального игрока, конечно. Вот и все, в принципе.
Ой. Быстрее. Чё-то я не туда кот пошёл, блин. Да, без косяков не могу, конечно. О, спасибо за лечилку, она тут как раз для таких, как я. Все понял, я понял. Ай, блин, не то нажал. Ой, все, кана мне хана. А потому что не то нажал. Я думал, там надо ее вломать, а не... Давай, 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 давай. Фух, успел. Ну то ли еще будет. Уцелел только. Теперь я знаю, что мне не добраться до сестер. О, блин. Блин, а как от этого? Ой, блин, я еще подпрыгнул и каменем стал. Так, надо понять, что с тобой делать, козлина. Да, блин, я опять подпрыгнул. Я рано это делаю. Проще тогда уж каменеть. Иди сюда.
Ай, блин! Ты. Вы получили голову Эвриалы. Принеси в жертву пятерых врагов, преврати их в камень с помощью взгляда Горгоны, затем разбей на куски. Пятерых. Так, что у нас тут по сундукам? Нет ничего по сундукам тут у нас. Что это? А, так, блин, я думаю, что там такое? Здесь я тоже что-то такое под водой что-то плавать надо, да. Тоже помню, долго тут сидел в свое время. Я понял, что надо, она и так стоит, она никуда не едет вместе. Так что тут ты чего упал-то раньше времени? Молодец. Ладно, не будем торопиться. Посмотрим секреточки сначала.
Не успел, ладно. Ага, они все закрылись. Ладно, хоть он тут не тонет, и то хорошо. Нужно под водой находиться долго. Сюда нельзя, да? А тут нельзя, да, там в дверь сходить? Там можно было, там нельзя. Там еще, подожди, какой-то рычаг. Тут проход, наверное, дальше. Здорового мне тогда. О, можно. Каменей уже. Блин, еще один, а. Куда-то бежать надо. Надо было сначала выяснить, куда бежать. Наверное, вон туда.
куда упал? А я же где-то лестницу, вот там лестница где-то открылась. И обратно, да, к этой? Потому что она должна быть поднятая. Ну, блин. Ты что, издеваешься, что ли, а? Молодец вообще. Она всегда такая торопиться начинаешь. Когда она побыстрее, у меня почему-то. Что она? Все что ли? Давай, давай, давай. Надо было еще это. Там еще одна была. Амулет мой, чтобы замедлить, да, знаем. У меня, кстати, еще одна наверху. Да чтоб тебя, блин. Как всегда, все через задницу у меня. Блин, все заново сейчас плыть. Начинает торопиться, начинается фигня какая-то. Тебе вот обязательно? Уходить, а? Чего ты не можешь на месте стоять? Кто тебя так построил, блин? Нажимал я, блин. Ой. Что за фигня, блин? Нажимал я R-ку.
что, издеваешься, что ли? Я нажимал. Да. И, блин, еще камера эта, блин, так быстро меняется, что вообще. Она троллит меня по-любому. Теперь это не сработало, а? Ой, блин, с 10-го раза. Ой, блин, капец. Кстати, там чемоданы-то мы так и не взяли же. Я вниз прыгну, там тут вода. Ага, это мы сами в это падаем, да? Может, они на нас специально вернутся? Давай с самого начала, ладно, что, вас уж спрыгнули. Лесенка, наверное, там открылась. Да, вот она открылась. Да. А чё, я ж увидел, когда мы только пришли, мне казалось, вот эти были сундуки. Или тут вот эта хрень была поднята, и она мне показалась сундуком. Ладно, куча потраченного времени. Петь не нажалась. Терпите вы. Чё, в футбол поиграем? Ладно, поиграем в карусель. Кто успел, тот присел. Воу. Чё-то надо было сделать. Come on.
несколько раз так надо будет. И там дверь-то сломается. Получайте тут сразу. Кстати, у нас тут чуть полно уже этих. Ну как полно? Так, клинки Афины. Ну, тут можно взгляд Баргона. Давай я раскрою, наверное, увеличу. Ну все. Ой, блин. Мои любимые дощечки. Спускайся. Так, надо, наверное, нам магию. Так, нет. Значит, вверх. Подожди, давай наверх слазим. Тут секрет какая-нибудь. Да. Так оно и есть. Еще выше нельзя? Нет, нельзя. Блин. Напугал. Успокойся ты, а. Да, как я плохо играю. О, это я удачно случайно ту кнопку нажал, как и надо. Тут у нас ни черта нет, ладно. Скелетики самые безобидные, по-моему.
преддверие судьбы. А, во, вот мы, кстати, и вернулись обратно, кстати говоря. Вот так вот. Ушли куда-то вон тут. Кстати, пока мы здесь, у нас там сундуки остались. Нас этот черт на коне утащил от них. Вон они стоят. Нас дожидаются. Причем это, смотри, какой-то особенный. Нифига там сколько сфер. Нормально вообще. Побольше бы таких сундуков, но они, наверное, запрятаны. Так, ну давай так. Теперь можно и с той головой, с мордой с этой повоевать. Так, нас начал. Так, прана. Вот так вот. Подожди, мы упали. Вот тут и нет больше ничего. Надо где-нибудь по таким вот углам. Часто сундуки стоят. Ну что, стоите, меня ждете? Стреляй. Да блин, быстро как-то летит-то, а? А сейчас что было? А, она еще и взрывается, блин. Так, наверное, она так не проканает. Короче. У меня такие проблемы. У меня всегда проблемы какие-то. Вот вовремя блок нажать в игрушках, поэтому и играя постоянно на легких уровнях сложности. Хотя вроде давно уже играл. Должен был какой-то выработаться скилл, что ли. Нифига. Это не про меня. Вот чё, вот я в блоке стоял, как он. Вот так тебя понял. Там нет ничего за камнями. Нету. Ну, по-моему, сейчас полетим опять на ком-то. Скоро. Ой, кофе хлебнул. Если услышали бульканье, то прошу прощения.
Там есть кто-нибудь? Я тебя слышу. Да, блин, что это такое? Зал Атропос. Достали. Еще один. Уже трое было. Значит, четверо. Прошу, помоги мне. Я в ловушке. Кто ты? Где ты? А, тут тоже что-то какая-то головоломка будет сейчас. Тоже помню, первый раз играл, сидел тут. Принципиально не смотрел я никакие тогда прохождения. Купил себе PlayStation 2. Подключил к пузатенькому маленькому телевизору Toshiba, который у нас на кухне стоял. И все, и сидел по вечерам, рубился. Жена со мной сидела, кстати. Вместе мы эти головоломки с ней решали. И тоже Кратос понравился. Так, на тут, по-моему, сейчас какой-то блок где-то. Чтобы по лестнице подняться, нужно какой-то блок, по-моему, скинуть туда. Нету сундуков, нету. Ну, естественно. Вот черт, а. О, капец, тут что там? Сколько тут? Все. Нет, еще там один. Я думал, я его прикончил. Два было. Ну-ка, вот этого давай прикончим. Мне такую штуку нельзя дать, чтоб я этих тоже мог так. Так, ну она, по-моему, сейчас
одну надо будет наверх, нет? А другую под низ подставить, что-то такое. Сейчас будем вспоминать. Так, а вот эту, а как ее туда? Нет, он на... Но я на эту-то залажу, так что, в принципе, может быть и... Во, молодец. Так, тут по углам ящичков не запрятали, нет? А вот здесь... Если нам сюда идти, то там некуда идти, что ли? А, ну вот тут он как раз таки есть, этот. Давай тогда прикончим эту красу. Сундук с магией. Ой, это я нечаянно нажал. А вон коняшки. Так, ну мы... Давай клинки уже докачаем. Уровень 5. Буйство Тартара. Все. Линки максимум. Теперь будем молот тузиземца. Чужеземца. Господи. Мне обратно в школу надо. Вместе с сыном. Он как раз во втором классе учится, они как раз сейчас. Читать, писать учиться. Ты чё, скотина? Дерзкий какой-то ты. Так, дверь какую-то освободили. Штука, чтобы на лестницу залезть. Сюда, наверх! Да, да, наверх! Скорее! Кратос, он не из таких, которые помогают вообще-то. Так что зря ты, в принципе, нас зовешь.
Второго феникса. Отлично. Подожди, это... Ну да, это в принципе новое. Ну так тебе, клан. Да, вот пятый уровень тоже мощный. Сила и мощь. Так, давай магию. Ну хоть правильно идем-то к чуваку, который орет или что? Мне вот что непонятно. Так, ладно, давайте мы здесь сохранимся. Продолжим в следующей серии. Всем пока. Заходите в гости. Берегите себя. Пока-пока.